Добрый вечер! Сегодня мы празднуем важную дату – десятилетие 7-го канала. 10 лет непрерывной работы, 10 лет прорывных проектов, 10 лет стабильности и успеха. Единственный канал, который попал в Книгу рекордов Гиннесса и стал первым республиканским каналом, который получил золотую кнопку на YouTube. Сегодня с нами наши партнеры, которые на протяжении этих лет поддерживали, сотрудничали и вносили важную лепту в развитие 7-го канала. Также хотим выразить благодарность партнерам ID Fashion, которые также пришли разделить с нами этот радостный день и, что немаловажно, порадовать гостей замечательными призами. А с вами ID Fashion, и мы начинаем наш праздник. Являюсь сегодня председателем совета директоров 7-го канала. Я положу личные свои усилия для того, чтобы «Семерка» была потрясающим национальным каналом, который ориентирован на производство национального контента. Потому что национальный контент, который рождается телеканалами, это гарантия безопасности информационной, творческой и страновой на самом деле. Сильный контент – это сильная страна. И мы верны своей концепции, мы в большей степени тратим деньги на то, чтобы создавать казахстанский контент. Поэтому мы будем двигаться в этом направлении. Нашему зрителю, пожалуйста, приходите к нам на канал, вы увидите много-много интересных проектов, которые мы запустим в этом и следующем году. В первую очередь хочу поздравить 7-й канал с десятилетием. Очень клевое мероприятие. Рады, что вы нас сюда позвали. Очень рады сегодня разыграть абонемент в наш фитнес. Поздравляем победительницу. Эту коллекцию я готовила на Парижской неделе моды. Ее там же у меня раскупили, забрали в Майами, в Нью-Йорк. Там же в Париже я оставила некоторые платья. И получается, я повторила эту коллекцию снова специально для вас. Потрясающий вечер. Спасибо 7-му каналу. Я считаю их своими друзьями. Сегодня, знаете, такой формат необычный. И я себя чувствовал очень комфортно. Я думаю, все, кто сегодня пришел, но посмотрите у всех, какие позитивные лица, прекрасные настроения. Барнанзга салем, дети арнаны, біз 10 жылдық туған күнімен құттықтаймыз. Я поздравляю 7-й канал с десятилетием. Желаю творческих успехов, чтобы ваш канал всегда процветал. Мира и процветания, чтобы они смело шли вперед и достигали новых вершин, новых побед. Развивайся, не останавливайся, мы вместе. Сегодня 7-му каналу 10 лет. Это наш первый серьезный юбилей. И мы его отмечаем с нашими друзьями, партнерами и коллегами. Мы сняли очень много проектов собственного производства, которые стали очень популярными. Скетчи наших проектов разошлись по цитатам. И наши герои стали очень народными. Наши звезды стали сегодня популярными и успешными. 7-й канал заработал свою лояльную аудиторию. И мы заработали золотую кнопку YouTube, как первый республиканский канал. И сегодня я хотела поблагодарить наших партнеров, которые разделили нашу радость, наше мероприятие. Спасибо большое всем-всем партнерам. Я во всех
люблю и желаю нам, нашему каналу, процветания, успехов и только двигаться вперед. Спасибо большое.